Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня разберем, как с мобильного телефона сделать Wi-Fi сеть невидимой. Для этого заходим в настройки мобильного телефона, дальше переходим в Wi-Fi, включаем Wi-Fi и подключаемся к Wi-Fi сети, имя которой вы хотите сделать невидимой. Вот у меня есть подключение, сеть называется Home. Ребята, теперь нам нужно зайти в настройки роутера TP-Link. Для того, чтобы туда зайти, нажимаем на Wi-Fi, который вы подключились, и ищем маршрутизатор. Запоминаем вот эти значения: 192.168.1.1. Дальше на телефоне открываем любой браузер и в поисковой строке вводим значения, которые вы должны были запомнить. И нажимаем «Перейти». Мы попадаем на страницу входа в настройки роутера. По умолчанию логин админ-админ. Если вы не знаете, какой у вас логин и пароль, переверните ваш роутер, и там будет написано. Значит, вот мы попали в настройки роутера. Теперь, друзья, обязательно запомните имя вашей сети. У меня сеть называется Home. И пароль. Для того, чтобы запомнить пароль, зайдите в защиту беспроводного режима. И здесь вот у меня пароль от 0 до 3. После того, как вы запомнили, переходим в основные настройки. И мы должны снять галочку вот с этого значения «Включить широковещание CC-ID». Я снимаю галочку, но также я для того, чтобы вам продемонстрировать работу, я поменяю название сети. Например, я добавлю буквочку S. Нажимаем «Готово», нажимаем «Сохранить». Идет сохранение параметров, которые мы ввели. Есть, как видите, телефон отключился от Wi-Fi сети. Теперь давайте посмотрим, что у меня, какие сети у меня будут в доступных сетях. Как видите, Homes такой сети нет. Для того, чтобы подключиться к такой сети, нажимаем «Другая». И здесь вводим имя сети Homes. Безопасность выбираем WP2 и вводим пароль. У меня был пароль от 0 до 3. И нажимаем «Подключиться». Есть, ребята. Таким образом, вы можете сделать с мобильного телефона Wi-Fi сеть невидимой. Надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Обязательно оцените видео пальцем вверх, подпишитесь на мой канал. Если есть у кого-то какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем удачи и пока!